Друзья, братья по оружию, всех приветствую. Уже месяц наши братья давят фашистскую гадину на Украине. По всей стране проходят акции, различные акции в поддержку наших парней. Собираются пожертвования на гуманитарную помощь различную, которая с гуманитарными конвоями отправляется в зону боевых действий. Я, конечно же, тоже хочу быть частью этой поддержки, частью этих акций. И поэтому я предлагаю вам следующее. Многие уже слышали, знают о наших футболках окропленные, многие приобрели их. Вот, футболки окропленные. Но сейчас под эту акцию, под нашу акцию, мы запускаем футболки окропленные Z. Это первый вариант, скажем так, поддержки наших парней. Просто обозначить позицию, что мы вместе с парнями. Это во-первых. И второе. На средства от продажи этих футболок мы закупим медикаменты и вместе с гуманитарным конвоем отправим нашим парням в зону боевых действий. Поэтому каждый, кто хочет стать частью, кто неравнодушен, всех, кто понимает, для чего это все происходит, то душой с нашими парнями я предлагаю поучаствовать и оказать такого рода помощь. Футболки у нас в двух цветах, хаки и черные варианты футболок бой и варианты футболок вручение. Стоимость футболки 2500, пересылка по России 390 рублей. Вся информация о заказе, как заказать, вся информация по футболкам дана на сайте. Ссылка на сайт дана в описании к этому видео. Поэтому еще раз, кто хочет принять участие, таким образом оказать помощь нашим братьям, которые сейчас выполняют великую миссию, вот, я предлагаю заказать такую футболку. Все, молимся за наших парней. Наше дело правое, и мы обязательно победим. Слава спецназу, смерть фашизму.